5 июня 2002 года. Футбольный матч между сборными России и Японии решили транслировать на большом экране в центре Москвы. Но на Манежной площади это все надуманное, что там были какие-то фанаты, там фанатов были единицы, они в этом не участвовали, это было пьяное подмосковное быдло. Вот и все. Как бы толпа, она практически неуправляема. То есть один кто-то кинул, кому-то понравилось, все были выпившие, и все. После того, как стало ясно, что российская сборная проиграла со счетом 0-1, произошло непредвиденное. Болельщики, как по команде, стали переворачивать и поджигать автомобили. При этом использовалась специально заготовленная зажигательная смесь. Почему бездействовала милиция? А милиция работала в обычном воскресном режиме и была не готова к подобному повороту событий.